Однажды наша дверь распахнулась, и Аленка закричала из коридора. «В большом магазине весенний базар!» Она ужасно громко кричала, и глаза у нее были круглые, как кнопки, и отчаянные. Я сначала подумал, что кого-нибудь зарезали. А она снова набрала воздух и давай. «Бежим, Дениска, скорее, там квас шипучий, музыка играет и разные куклы. Бежим!» Кричит, как будто случился пожар. И я тоже от этого как-то заволновался, и у меня стало щекотно по ложечке. И я заторопился и выскочил из комнаты. Мы взялись с Аленкой за руки и побежали, как сумасшедшие, в большой магазин. Там была целая толпа народу. И в самой середине стояли сделанные из чего-то блестящего мужчины и женщины. Огромные, под потолок. И хотя они были не настоящие, они хлопали глазами и шевелили нижними губами, как будто говорят. Мужчина кричал: «Весенний базар! Весенний базар!» А женщина: «Добро пожаловать! Добро пожаловать!» Аленка побежала вперед, а я за ней. И мы, наконец, очутились возле кваса. И у меня были деньги на завтрак, и поэтому мы с Аленкой выпили по две большие кружки. И у Аленки живот сразу стал как футбольный мяч, а у меня все время шибало в нос и кололо в носу иголочка. Здорово, прямо первый сорт. И когда мы снова побежали, то я услышал, как квас во мне булькает. И мы захотели домой и выбежали на улицу. Там было еще веселей, и у самого входа стояла женщина и продавала воздушные шарики. Аленка, как только увидела эту женщину, остановилась как вкопанная и сказала: «Ой, я хочу шарик!» А я сказал: «Хорошо бы, да денег нету». А Аленка: «У меня есть одна денежка, покажи». Она достала из кармана. Я сказал: «Ого, 10 копеек. Тетенька, дайте ей шарик». Продавщица улыбнулась: «Вам какой, красный, синий, голубой?» Аленка взяла красный, и мы пошли. И вдруг Аленка говорит: «Хочешь поносить?» И протянула мне ниточку. Я взял. И сразу как взял, так услышал, что шарик тоненько-тоненько потянул за ниточку. Ему, наверное, хотелось улететь. Тогда я немножко отпустил ниточку и опять услышал, как он настойчиво так подтягивается из рук, как будто очень просится улететь. И мне вдруг стало его как-то жалко, что вот он может летать, а я его держу на привязи. Я взял и выпустил его, и шарик сначала даже не отлетел от меня, как будто не поверил. А потом почувствовал, что это вправду, и сразу рванулся и взлетел выше фонаря. Аленка за голову схватилась: «Ой, зачем? Держи!» И стала подпрыгивать, как будто могла допрыгнуть до шарика. Но увидела, что не может, и заплакала. «Зачем ты его отпустил?» Да я ей ничего не ответил. Я смотрел наверх на шарик. Он летел кверху плавно и спокойно, как будто этого и хотел всю жизнь. И я стоял, задрав голову, и смотрел. И Аленка тоже. И многие взрослые остановились и тоже позадирали головы посмотреть, как летит шарик. А он все летел и уменьшался. Вот он пролетел последний этаж большущего дома, и кто-то высунулся из окна и махал ему вслед. А он еще выше и немножко вбок, выше антенны голубей, и стал совсем маленький. У меня что-то в ушах звенело, когда он летел, а он уже почти исчез. Он залетел за облачко. Оно было пушистое и маленькое, как крольчонок. Потом снова вынырнул, пропал и совсем скрылся из виду. И теперь уже, наверное, был около, а мы все смотрели наверх. Вот он пролетел последний этаж большущего дома, и кто-то высунулся из окна и махал ему вслед. А он еще выше и немножко вбок, выше антенны голубей, и стал совсем маленький. У меня что-то в ушах звенело, когда он летел, а он уже почти исчез. Он залетел за облачко, оно было пушистое и маленькое, как крольчонок, потом снова вынырнул. Пропал и совсем скрылся из виду. И теперь уже, наверное, был около луны. А мы все смотрели вверх. И в глазах у меня замелькали какие-то хвостатые точки и узоры. И шарика уже не было нигде. И тут Аленка вздохнула еле слышно, и все пошли по своим делам. И мы тоже пошли и молчали всю дорогу. Я думал, как это красиво, когда весна на дворе, и все нарядные, и веселые, и машины туда-сюда, и милиционер в белых перчатках. А в чистое синее-синее небо улетает от нас красный шарик. Я еще думал, как жалко, что я не могу это все рассказать Аленке. Я не сумею словами. И если бы сумел, все равно Аленке бы это было непонятно. Она ведь маленькая. Вот она идет рядом со мной, и вся такая притихшая, и слезы еще не совсем просохли у нее на щеках. Ей, небось, сжали свой шарик. И мы шли так с Аленкой до самого дома и молчали. А возле наших ворот, когда стали прощаться, Аленка сказала: «Если бы у меня были деньги, я бы купил еще один шарик, чтобы ты его выпустил».